В эфире Народного телевидения «Хибины» программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте. Лобовое ДТП, в котором пострадали несколько человек, случилось на автоподъезде к Апатитам со стороны федеральной трассы Кола неподалеку от моста через Икостровский пролив. На месте этого происшествия работала и наша съемочная группа. В 14 километрах от города столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Volkswagen Polo. Японский автомобиль двигался в сторону Апатитов, немецкий ехал ему навстречу. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречно движущимся транспортным средством, автомобилем Volkswagen Polo. Сила удара была такой, что одного из пострадавших пожарным и спасателям пришлось вырезать из покореженного Volkswagen с помощью гидравлического инструмента. Несчастного зажало в салоне. Травмы, полученные мужчиной, оказались настолько серьезными, что его экстренно госпитализировали в отделение реанимации Апатитской Кировской центральной городской больницы. В аварии пострадали еще два человека – водитель «Фольксвагена» и пассажир «Митсубиши». Судя по тяжести телесных повреждений, это ДТП имеет все шансы стать поводом для возбуждения уголовного дела. Будет ли принято такое решение или нет, станет ясно по результатам медицинской экспертизы. Еще одно лобовое ДТП случилось в Апатитах на улице Лесной. «Лада» 14 модели столкнулась с микроавтобусом «Соболь». И вот как это было. За рулем «Лады» находился молодой человек, не сумевший совладать со своим железным конем. Машину вынесло на полосу встречного движения, прямо под микроавтобус Федерального государственного унитарного предприятия охраны Росгвардии. От помощи медиков участники ДТП на месте аварии отказались, но потом один из них передумал. В дальнейшем водитель автомобиля ВАЗ-2114 обратился в Апатитско-Кировскую больницу за оказанием медицинской помощи. Стоит отметить, что «Соболь» силовиков оказался гораздо крепче легковушки. Когда машины расцепили, стало ясно – повреждения, полученные микроавтобусом, минимальные. Как же больно! «Соболь» покинул место происшествия своим ходом, а вот техническое состояние «Лады» сделать то же самое ей уже не позволило. Может ли автомобиль сдать в полицию своего подвыпившего хозяина? Оказывается, может. Причем это не обязательно должен быть высокотехнологичный продукт, напичканный электроникой. Достаточно обычного «Рено Дастера». Именно такой случай произошел в Апатитах на дороге, ведущей в поселок Изолесье. В ночь с пятницы на субботу «Дастер» вылетел с проезжей части в кювет и лег на бок. Система автоматического оповещения «Эроглонас» сразу же уведомила об этом экстренные службы. Выбраться из машины водителю «Рено» помогли в первые же минуты, еще до прибытия полицейских. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, и он не стал скрывать причин, побудивших его сесть за руль в пьяном виде. У меня сегодня день рождения супруги. И сегодня день стоматолога. Ну, я поехал на дачу. Аккуратно, давай дверь опущу, чтобы я не придавил. Хорошо. Я согласен. Полицейский алкотестер обнаружил в литре воздуха, выдыхаемом водителем, свыше миллиграмма паров этанола. В отношении данного водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений, направлен для рассмотрения в Мировой суд города Апатиты. «Дастер» извлекли из кювета с помощью эвакуатора. В неформальной беседе с нашей съемочной группой его хозяин пояснил, что он знает про возможности «Эроглонас», но давать оценку качеству работы системы экстренного оповещения не пожелал. Белореченский путепровод становится настоящим местом концентрации ДТП. За последнее время мы уже несколько раз выезжали сюда на всевозможные аварии. В этот раз здесь столкнулись сразу три автомобиля. 12 февраля на подъезде к путепроводу со стороны Кировска случилось ДТП с участием трех машин. Все они двигались в попутном направлении, в сторону Апатитов. Автомобиль Toyota RAV4 врезался в Renault Logan, а тот, в свою очередь, отлетел в находившуюся перед ним Mazda CX-5. В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, получили механические повреждения, только транспортные средства. Обездвиженную «Тойоту» увезли с места аварии на платформе эвакуатора. «Рено» и «Мазда» покинули путепровод своим ходом. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасно для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибины» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя.